В английском языке есть слова, в которых буква A создает долгий или короткий звук O. Давайте узнаем, под влиянием каких букв и буквосочетаний это происходит. Буква A перед сочетаниями LD, LK, LL и LT создает долгий звук О. Чок. Мел. Чок. Ток. Говорить. Ток. Call. Звонить. Звать. Call. Ball. Мяч. Ball. Salt. Соль. Salt. Bald. Лысый. Bald. Обратите внимание на слова chalk и talk. В этих словах буква L не читается. Если помните, эта буква ведет себя также в сочетаниях ALF и ALM. Буква A может создавать и короткий звук O. Она так читается, если перед ней в слове стоит буква W или буквосочетание QU и WH. Watch. Часы. Watch. What. Что. What. Quality. Качество. Quality. Но данное правило имеет ряд исключений. Например, как слово water. Вода. Water. Буква A в этом слове создает долгий звук O, а не короткий. Или слово wax. Воск. Wax. В этом слове буква A читается по своему основному правилу, создавая короткий звук A. Кроме того, правило с участием W-образующих букв неустойчиво к чарам конечной I, или, как ее еще называют, волшебницы I. И буква A под этими чарами обычно создает свой основной долгий звук, а не звук O. К примеру, wage – зарплата, wage. Wave – волна, wave. Whale – кит, whale. Quake – трястись, quake. На этом с буквой A мы пока закончим. Всегда помните, что правила английского языка имеют исключения, и чтобы не допускать ошибок, держите всегда словарь под рукой.